немножко червячков подсобирал вчера. О, просто отлично. Такие огромные. Но это же не все. Вот еще в ведре. В одном куча. В другом. Куча огромная. А можно я сейчас начну? Кого? Рыбачить. Сейчас начну. Ну я сейчас быстренько выставлю, я рогачи сейчас сюда принесу. Этот товарищ первый раз на рыбалке. И я поймаю, они, ну, везет так, такому рыбаку, как я. Так, ты уже оделся, все уже там, взял спиннинг. Ты сразу на два нельзя, на один только можно. А он меня взял. А, ты всем взял, молодец. А червячков умеешь нацеплять, Андрюха? Да. Да? Ну спроси у Макса. Покажешь, Андрюха. Будем снимать Андрея, как молодой рыбак превращается в рыбачка уже более опытнее. Да. Переходит, как в покере, на следующий уровень. Максим очищает место. Мы сегодня чпокнем там. Да, место козырного. Да, кресло. Фирмы Fish & Roy, да? Не будем рекламировать. Но за рекламу уже платить должны. Смотри. Так, не пугай ничего. Так, Андрюха, еще там приманки. Ага, это он колокольчик и бубенчик извинят. Да, я сейчас буду показывать выше, бляха-муха. Чуешь, только ты главное знаешь, Андрей, закидывать хоть умеешь? Потому что тут могут быть всякие зацепы, чтобы не было, понял? Я умею все делать. А, да? Смотри, что мне надо сделать, как попробовать. Так, оп, Владимирович уже почти очистил территорию. Закончил, да, очищать место? Сейчас разбираем ультрамодное кресло, ультраудобное. Да ты что, точно жить в кайф. Вот так вот должен делать каждый рыбак. Приехал, почистил вот здесь себя. Мусор собрал сразу. И кайфово все будет. Из наживочки у нас сегодня червь выползок. Шикарного размера. Ну все, заряжаем. Ну что, первый поехал. Отлично, в самую яму. Яма метров 6 где-то глубина. Супер. Местечко просто супер, наше любимое.
водокачка, яма. Глубина около 6 метров, еще раз повторюсь. Что-то уже у нас поклевывает, только забросили. Ожидаем поклевочек. Вот он. Ух ты! Класс! Вот это зачем? Это треха. Братан, держи. Это треха. А-а-а. Держи. Просто. Ну, это треха. Ох, дружище, красавец. Это треха. Я тобой горжусь. Просто. Ой. Это треха. Какая треха? А я рыбу, а смотри, я таранку ем во рту. Убирай этот подсак. Ага. А я же еще снимаю. Давай, держу. Я снимаю, Максим. Ну это 2,5 минимум. Я снимаю. Под трешечку. Под трешечку. Глянь, какие глаза. Так, можно его попробовать на вес? Как, 3 килограмма, ты думаешь? Да. Ну хорошо, 2. 2,5-3. Дай попробовать рукой. Вот так бери. Будешь? Вот так. Вот так можно? Вот, видишь, пальцем большим. Да. Вот так, бери, все, а, вцепился, понял. И все. Это 3 килограмма. Максим, выключать. Блин, какой он кайфовый. 2,5 есть точно. Максим, выключай. 2,5. Какой кайфовый. Да. На, держи, все, я понял. Тихо, на. Подожди, сейчас засняю. Не, я какой кайфанул, просто было весело. Я снимаю. Какая рыбка. Ух ты. Максим чемпион. Да-да, Максим лучший. Максим чемпион. Максим лучший. И это мой друг. Это мой друг, пацаны, это мой друг. Это мой друг. Это мой друг. Ты что, кайфовый? Вообще такой сомик. Я даже доснимаю, как ты его. Оба. Фу, класс. Фу, блин.